Сегодня выходной день, и я решил приготовить вкусные ароматные вафли в мультипекаре. Что-то очень сладенького захотелось, а у меня как раз под руками были смолотые орешки, которые оставались от рецепта хлеба, кукурузная мука, настоящее сливочное масло, немного закваски и сахар. Из этих простых компонентов мы будем сегодня готовить в мультипекаре Redmond ароматные вафли. Рецептура очень простая. Все компоненты жидкие мы смешиваем с сахаром, добавляем сливочное масло, вводим муку постепенно, орехи, замешиваем тесто примерно как для густой сметаны. Оставляем на 15-20 минут. Далее мы разогреваем мультипекарь, смазываем пластины сливочным или растительным маслом. Я рекомендую это делать, хотя здесь у нас сделано все из антипригарного покрытия. То есть все компоненты добавляем сразу в одну емкость. Я смешал закваску, сливки, добавляю размягченное сливочное масло и все сыпучие компоненты. В этом-то и простота этого рецепта, и уникальность. То, что наша заквасочка как раз смешается с разрыхлителем, мукой и даст быструю реакцию. Вафли получаются очень хрустящие и вкусные. Смело смешиваем все компоненты в диже и начинаем перемешивать. Какая интересная получается консистенция. Здесь у нас добавлена кукурузная мука, она дает очень хорошую такую структуру, рассыпчатую. Сливочное масло у нас размягченное. Друзья, все делайте руками. Здесь миксер в этой рецептуре совершенно не нужен. Здесь даже крупинки сахара, которые могут у вас остаться, они дадут такую, знаете, текстуру, как у сахарного печенья. Очень-очень интересную. Достаточно просто вот 2-3 минутки помешать руками и дать тесту постоять. И за счет того, что у нас пошла реакция с закваской, наш разрыхлитель сейчас выделяет углекислый газ. И все, наше тесто практически готово, пусть стоит. Я обожаю эти вафли, потому что здесь цельно смолотый жареный фундук. Аромат вообще просто шикарный, они делаются очень быстро. И вот я сейчас прям достал, потому что воскресенье — это всегда маленький праздник. Дети хотят каждый раз новые блюда. И тесто получается, ну, такое ароматное, такое вкусное. Можно делать маленькие печеньки, как захотите. Меняйте панельки в мультипекаре. То есть можно сделать и круглые, можно сделать в виде вафель, можно сделать в виде орешков. То есть как хотите, так и делайте. Шикарные вафли, ребята. Я обожаю эту легкую рецептуру. Вафельки слегка еще мягковаты. Я вот их перекладываю сейчас на камешек, который застелил пергаментом. Вафельки буквально через несколько минут остынут и станут хрустящими. Ну класс, короче, сегодня чаек обеспечен, вкусный, с вафельками, с детьми. Обязательно попробуйте эту рецептуру и купите себе мультипекарь. Это настолько офигенная просто вещь, классная, что вы будете готовить такие себе изделия, и сладкие, причем и вафли, и можно жарить даже котлеты в нем. Ребят, честно хочу сказать, вещь просто классная. Рассыпчатые, тающие во рту, ребят. Ну просто, понимаете, настолько классные вафли, что магазинные, естественно, сравнивать с этими вафлями, ну, даже и не стоит. Приятного вам аппетита! Готовьте эти вафли обязательно. До новых встреч! Смотрите новые рецепты. Пока!